Ребят, всем привет, это Mountain Sniper, шутер, первый взгляд на эту игруху, и это демо-версия. Чтобы разблокировать игру полностью, ее нужно будет купить. Вот, я вам сейчас покажу, какие миссии здесь есть. Если эта игрушка вам зайдет, ставьте плюсики в комментарии и, соответственно, лайкайте, чем больше будет просмотров, лайков и плюсиков, так я пойму, что игра вам интересна. Здесь вам нужно, ну вот, на первых миссиях вам как бы ничего здесь особо делать не нужно. Просто вы нажимаете одну кнопку и все. То есть все, вы его убили. Как бы. Дальше. Следующая миссия. Next. На позицию. Так, и здесь просто тоже, даже вы ничего не регулируете, просто в рюкзак стреляете, и все. Сейчас я вот эту вот уберу в бок, чтобы она нам не мешала. Причем пофигу, в какую именно вы это попадаете, все в часть тела, то есть засчитывается вам эту попадение. Ну, есть вот такие бочки, соответственно, если вы по ним попадаете, все вокруг взрывается, и вам засчитывается новая миссия. Разблокирована новая тут винтовка, здесь есть вот винтовочки всякие, их тоже можно покупать, и, в принципе, там цены пока не такие большие, ну, в принципе, как и везде. На этих миссиях уже вам можно двигаться, то есть вот вы можете двигать и, соответственно, стрелять в голову, там, допустим, хэдшот, вот. И здесь вот то же самое. Ну вот, иногда пуля летит, и это явно она попадает куда-то либо в шею там, либо еще куда-то. Вот, то есть она попала непонятно куда, и вот она отлетает. Здесь апгрейды также можно делать, всяких винтовок, то есть тут 250. Ну, в принципе, я не вижу в этом смысла, и поэтому... Проще купить новую винтовку сразу и уже качать себе какую-нибудь новую. Есть также вот такие миссии. Здесь они мне не нравятся тем, что достаточно управление, оно достаточно такое, ну, неудобное. Вот, вы бежите. И здесь уже надо стрелять. Вот, то есть вы стреляете. И здесь надо как-то прицелиться. Вы стреляете, и так примерно там куда-то туда, вроде бы правильно, туда, в эту сторону куда-то. Запускаете пулю, и, в принципе, я думаю, процентов 80, то, что вы попадаете. То есть вы опять на позиции, и вам нужно... А, ну вот, это опять первая миссия. Не знаю почему, как это вообще связано. То есть он, видимо, после того, как вы пройдете игру полностью, вам он запускает все по новой. То есть здесь всего 19 миссий. И все. Дальше вы уже вот, покупаете, разблокируете все уровни. Ну давайте, допустим, я еще 9-ю какую-нибудь покажу. Там, допустим, вот. С нее начнем. Есть вот такие миссии тоже, они, надо знать английский язык, то есть вам нужно убить вот именно от конвоя босса. То есть здесь он едет в серединке, тут две машины впереди, вот, и вы убиваете. Есть вот такие миссии, когда по вам стреляют, и вот вам нужно найти, где именно стреляют. Причем здесь как бы по-моему много стреляют, и есть много целей. Но почему-то... А, да, во, я, оказывается, я в руку попал. Видите, здесь как бы много всяких таких неточностей. И вам дают 3 звезды все равно. То есть, понимаете? То есть здесь как бы такая
недоработочка. Или вот здесь вот, да, тоже. Здесь вот есть такие вот миссии. И причем даже не важно, вы можете в бронежилет попасть. И видите, да, бронежилет попал, и все равно вы его убиваете, он дергается там. Машина ей дает тоже 3 звезды. Есть миссии там посложнее, допустим, там есть вертолетики, когда летают. Но вот в плане снайперской игры, мне кажется, вот та игра, которая у нас еще есть по тарелочкам, мы стреляли всяким баночкам, по фруктикам, то есть она намного круче, чем вот эта, потому что вот эту явно она не... А, вот меня даже убили. Причем вообще первый раз вообще во всей этой игре меня убили. То есть здесь надо уже побыстрее. Но джойстик так двигается медленно. Наверное, это можно настроить. Но все равно как бы чувствуется то, что она немножко такая вот сыроватая. И, ну, явно можно было сделать покруче. Я не знаю, как именно. Но что-то можно было придумать. Или четкости какой-то прибавить. Что-то вот ей не хватает. В нее бы я, например... не играл. Я бы, наверное, все-таки поиграл в игру. А, вот, вертолеты. Я бы, наверное, все-таки поиграл в игру, которая по тарелочкам стрелять. Вот именно вот эта снайперская есть еще. Потому что здесь все-таки прям чувствуется, что... Ну, вот как-то она не заходит. Тоже куда-то там примерно летит и попали, короче. Тоже вот еще вот такие миссии есть. Вот. Со взрывчаткой у него рюкзак. Вот он бежит. А, примерно сюда, да. Попали. Нормально. Такая есть миссия. И тоже. Вроде стреляешь в голову, он пишет хедшот, да? И сразу переключается. А здесь вроде тоже в голову, а анимация такой же. Анимация вот эта появляется. По идее, она должна появляться, когда в какую-то часть тела. Ну и вот они, вот эти миссии пошли. То есть якобы вы бежите со снайперкой. Причем... Сейчас он вот здесь, наверное, вылезет. Эй. Да, и вот тоже примерно куда-то там стрельнули, и вот она летит. Куда там? А, чуть-чуть вот тут задел, и все. Хитман лежит. Ну и вот такие миссии тоже, да? Зачем бежать со снайперкой? Проще, ну, как-то логики нет. Ну, в играх часто нет логики, но... Возможно, там в платной что-то будет лучше. Здесь еще настолько... Вот это вот все прицеливание сделано достаточно так, ну, я бы сказал, неудобненько. Ты вроде стреляешь, вот явно кажется, что мимо. Есть какая-то вот трясучка. Эй. Такая недоработанная, мне кажется, игруха недоработанная, но в Play Market она набрала нормально там очков. Звездочек. Так.
Так, вот эту миссию мы, по-моему, даже проходили уже. Но я ее еще раз покажу. Потому что у нас там игра была не сначала. Мне первый раз просто записалась она. Она не записалась первый раз. Вроде все окей было, запись шла. А потом бац, и оказывается, не было. Тоже вот явно мимо стреляем, но все равно попадаем. Да, вот якобы в руку. Да, и вот видите, после того, как вы закончили игру, то есть вам опять вы попадаете в первую миссию, где, в принципе, только... Ну, только вы можете выстрелить. Мы будем продолжать эту игру. Опять же, повторюсь, если вы наставите кучу плюсов в комментарии, и, ну, мы ее купим и будем продолжать. И, соответственно, вот, видите, разблокировка. Тут вот тоже можно за бабки, за рекламу, за все остальное это все покупать. Вот они, винтовочки всякие тут тоже. За 18 тысяч, вот у нас 27 тысяч. Вот, мы можем даже вот это купить. Ну, допустим. Вот, ее купили. Такая вот игрушка. Если вам зайдет она, то мы будем ее продолжать играть. Если не заходит, то вы не ставьте плюсики. Вот. Всем спасибо за внимание. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.